наши дорогие люди. Я сегодня передаю вам привет. Нахожусь в кафе. Я сюда люблю заходить иногда вечером поужинать. Ну, не каждый день так, изредка. И вот захожу сюда. Сегодня у меня, дорогие друзья, такой салатик. Я его люблю, печень с грибами. Посмотрите, друзья, вот такой салат я себе заказала. Печень с грибами. Кофе, вернее, чай 3 в 1. И такая ханишка с творогом. Вот как-то так. Вот такой ужин. Сейчас уже 19 часов. Я приду домой поздновато, не до ужина. А здесь я перекушу. Дома разные домашние дела меня ждут. Вот я сижу в таком кафе симпатичном. Здесь открыли недавно такой большой зал. И здесь можно перекусить. Очень вкусно. Большой ассортимент на витринах. Дорогие друзья, вот салат я съела. Теперь буду булочку. Булочку и чай. Вот такая шанечка. Знаете, почему я сюда пришла? Потому что здесь продают очень вкусный хлеб. И сегодня я купила булку от рубного хлеба. Сейчас я покажу вам, что это будет. Вот такой хлеб. Такой чудесный хлеб. Очень вкусный. Недорогой. Вес его почти 1 кг. Вот такой. И знаете, мне нравится заходить в это кафе. Здесь уютно. Когда приходят, приходят здесь молодые люди, все, ну, парни, и они здесь разговаривают. Вот у меня сегодня такой ужин. Кафе уже скоро будет закрываться. А я домой пойду. Нужно мне собачек кормить, кошечек. Ну и я себе не буду готовить ужин уже. Зато вкусненько, в симпатичном месте посидела. По деньгам это недорого, что ли. И время сэкономила. Дорогие друзья. В общем, здесь классненько. Знаете, дорогие друзья, не обязательно уезжать далеко за границу, чтобы пообедать или поужинать в каком-то очень симпатичном кафе. Достаточно в городе. Снимите, ну, у нас здесь нельзя снимать. А я себя снимаю. Ну вот, дорогие друзья, я ухожу из этого кафе. Мне, слышали, сказали, не снимайте, не снимайте. Но мне как раз нужно было идти. И я все равно решила снять выход. И оглянулась. Мне кричат, я оглянулась вместе с смартфоном. И мне кричат, нельзя здесь снимать. Ну, в общем, ладно. Ну, собственно, я снимала там вот 30 секунд, даже меньше. Просто для того, чтобы обозначить то место, где я была и о чем я снимала. Там даже ни лиц не видно, ничего. Вы же увидели это из этого видео. Ну, дорогие друзья, вот мы вышли на улицу, я хочу поговорить об этом. Я совершенно не обиделась, потому что эта реакция в разных странах примерно такая бывает. Знаете, есть люди, делятся на 2 типа.
Когда я вот иду, например, по улице, вот в разных странах, Китай, Египет, или вот на Алаколе у нас, приходилось мне тоже снимать там. И вот когда я иду по улице, снимаю на смартфон, видно, что я снимаю все, то некоторые люди стараются в объектив заглянуть, улыбнуться, помахать ручкой, привет передать, еще там что-то сказать. Или деткам сказать, помаши ручкой, попросить своих детей даже. Вот знаете, вот есть такие люди, и они очень приятные. Они демонстрируют свою высокую культуру. Они показывают, вот если это особенно в другой стране происходит, они говорят, показывают, демонстрируют или как бы рекламируют свою страну с положительной стороны. Но есть часть людей, которая боится этих съемок, не знаю по каким причинам, может быть, просто не хотят, может быть, комплексуют из-за внешности. Ну, в общем, люди среднего старшего поколения, может быть, в основном, может быть, и не 100%. И, собственно, они боязливо относятся, сразу испуганно. Нет, не снимайте, ну и так далее. Но я, собственно, никого не снимаю. В моих видео часто вы видите людей без головы, потому что ну, людей же надо в итоге снимать все равно, чтобы это же неинтересно снимать просто безлюдное какое-то место. И вот, знаете, по-разному воспринимают все это. Однажды, вот в Китае я снимала в 6:30 утра, я снимала такое популярное сейчас видео, дорогу для новичков, вот из отеля Барри Бьютик Отель на пляж. Вот все пугаются, потому что город большой, небоскребы, как дойти, там всего-то идти в минут 7 близко, но как дойти? Вот. И я снимала рано утром, прохожих не было, снимала тротуар, небоскребы, пальмы попутно, вот красиво направо, а ориентиры налево, магазин, Макдональдс и так далее. И все. Дошли до перекрестка, идете прямо. Смысл такой был в видео. Но ко мне подходили работники, которые подметали, они в кадр совсем не попадали. Но они с разных, вот, они даже не с отеля, а с какой-то городской службы. И они говорили, что «ноу, мадам, ноу». Но я думаю, я в кадр вас не приглашала. И здесь нет секретных объектов, это общедоступное место. И здесь все туристы ходят и снимают. Ну, в общем, вот такие люди разные попадаются. Но я все равно сняла, конечно же, видео это есть и все. И вот, дорогие друзья, вот по-разному реагируют. И вот сегодня тоже такой же случай. Но в нашем городе, знаете, редко кто приветы передает. Вот на улице иду, редко кто. Иногда передают, но очень... Вообще на моих видео тоже есть. Вот в 18 году я снимала свадьба. Свадьба шла. Это у меня видео было. Читала я Евгения Онегина и... кадр попали, и они, невеста передала привет, и жених передал привет. Хотя, ну, такое классическое было видео, но это было вообще классно. Ну, дорогие друзья, я увидела свой автобус и бегу, вот, уезжаю домой. Прогулка окончена. До новых встреч. Всего доброго.